Эфир «Хабар-24» продолжает новости. В студии Диана Сапарбекова. Здравствуйте. Казахстан готов нарастить несырьевой экспорт в Германию еще на 850 миллионов долларов. Это продукты нефтехимии, металлургии и пищевой промышленности. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Президент отметил, на нашу страну приходится 80% от общей региональной торговли с Германией. По итогам прошлого года сумма составила 11 миллиардов долларов. Касым-Жомарт Токаев предложил создать совместную рабочую группу на уровне руководителей профильных ведомств с тем, чтобы отработать предложения по упрощению условий торговли. Кроме того, на встрече он выразил благодарность Шольцу за гостеприимство и прекрасную организацию саммита. Казахстан за торговлю без ограничений и барьеров. Касым-Жомарт Токаев осудил санкционное противостояние, поскольку политически мотивированные ограничения, это цитата, отравляют общую атмосферу международных отношений. Они не способствуют развитию торгово-экономического сотрудничества между странами. Пришло время конструктивной дипломатии для поиска взаимоприемлемой формулы мира и сотрудничества. Об этом президент Казахстана уже говорил и с трибуны ООН на сессии Генассамблеи. Механизм санкций не является эффективным. Такого мнения придерживается депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани. Политик считает, что введенные ограничения только спровоцировали обострение ряда проблем. В этом нет никакого сюрприза. Никакие из санкций не были эффективны в последние 20 лет. Но что мы видим сейчас? Частично заблокирована торговля, создан токсичный климат. Санкции вызвали рост цен, некоторые страны столкнулись с нехваткой продовольствия, и все это провоцирует миграцию. Касым-Жомарт Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с президентом Германии. Обращаясь к ее участникам, он отметил, что диалог в формате C5+ способен придать мощный импульс взаимной кооперации. Казахстанский лидер представил приоритетные направления сотрудничества, в числе которых торговля, энергетика и новые транзитно-транспортные коридоры. Обсудили водную проблему, изменение климата и геополитику. Штайнмайер подчеркнул, что кризис вокруг Украины серьезно влияет не только на европейскую безопасность, но и на безопасность стран Центральной Азии. Касым-Жомарт Токаев вновь заявил о необходимости мудрой дипломатии, направленной на поиск взаимоприемлемых мирных решений. На встрече с федеральным президентом Германии Франком Вальтером Штайнмайером шла речь о реализации договоренностей, достигнутых в рамках его недавнего визита в Казахстан. Лидеры двух стран обсудили совместную работу в ряде сфер, в том числе энергетике, логистике, разработке полезных ископаемых и в сельском хозяйстве. Особое внимание уделили культурно-гуманитарному сотрудничеству. Ряд предложений по расширению взаимодействия озвучил Касым-Жомарт Токаев на встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики. Президент подчеркнул, что спрос на редкоземельные металлы в мире значительно превышает предложение. А Казахстан, как и другие страны региона, имеет огромный запас критических металлов и минералов, необходимых Европейскому Союзу. Поэтому перспективные планы не только по их совместной добыче, но и переработке. Наш регион выступает на качественно новый уровень, также выходит промышленная кооперация. Мощный импульс этому придаст реализация проекта компании «Линде» с полной переработкой газа для производства карбамида. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 миллиарда долларов. В числе других приоритетных направлений для взаимодействия – поставки углеводородного сырья, продовольственная безопасность и кооперация в транзитно-транспортной и финансовой сферах. Касым-Жомарт Токаев отметил важность совместных усилий в сфере устойчивого развития и зеленой экономики. Казахстан готов всемерно содействовать продвижению региональной климатической повестки. Мы приглашаем немецких партнеров принять участие в региональном климатическом саммите, который пройдет в Казахстане в 2026 году под эгидой Организации Объединенных Наций. Мы взяли обязательство по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. Однако для этого нам потребуется существенно модернизировать экономику и привлечь более 600 миллиардов инвестиций в зеленые технологии.
Вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии обсуждали на встрече Касым-Жомарт Токаев со старшим вице-министром, вице-президентом компании Линде ГБМХ. Оливер Фан заявил о готовности к долгосрочному сотрудничеству. Глава государства приветствовал подписание меморандума о взаимопонимании между Казмунайгазом и Линде. В частности, компания делится опытом в производстве полиэтилена. Другой проект, связанный с выпуском карбамида, даст толчок не только нефтехимической промышленности, но и сельскому хозяйству, особенно при выращивании риса и зерновых культур. Касым-Жомарт Токаев также встретился с председателем правления Mercedes-Benz Group Ола Калениусом. Нашу страну, стремящуюся к диверсификации экономики и развитию промышленного производства, сфера машиностроения особенно интересует, отметил президент. Глава немецкого концерна, который только в прошлом году произвел порядка 2,5 миллионов авто, рассказал президенту о новых подходах компании к развитию глобальных цепочек поставок и возможностях для экономики Казахстана. В настоящее время в нашей стране успешно работают такие известные мировые компании, как General Electric, General Motors, Chevrolet, Kia и Hyundai. В прошлом году производство автомобилей в Казахстане превысило 100 тысяч единиц, рост составил 28%, экспорт увеличился вдвое, достигнув 3 800 000 000 долларов. Встретился глава государства и с председателем правления Siemens Роландом Бушем. Компания является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Евросоюза и предлагает широкий спектр услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, а также в различных отраслях промышленности. Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, к слову, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Также Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления компании Siemens Energy Кристианом Брухом. Глава государства отметил, Казахстан активно занимается вопросами энергетической безопасности и независимости. Особо отметил президент взаимодействие в строительстве газотурбинных электростанций в Казахстане. Также Siemens Energy планирует реализовать у нас проект по модернизации электрических сетей и поставить оборудование для генерирующих проектов в Туркестанской и Алматинской областях. Очевидно, что на сегодня имеется широкий портфель, который включает будущие инновационные проекты по зеленому водороду и расширению использования возобновляемых источников энергии в вашей стране. Казахстан может сыграть ключевую роль в будущем энергоснабжении не только своей страны, но и Европы и Германии. Казахстан заинтересован в открытии лаборатории, разработке совместных научно-исследовательских проектов, а также в доступе к новейшим медицинским продуктам немецкой компании Bayer. Об этом Касым-Жомарт Токаев сообщил на встрече с главой фармацевтического подразделения Штефаном Ольрихом. Глава государства отметил, что наша страна активно работает над развитием биотехнологического кластера и сообщил о создании национального биофармацевтического холдинга «Казбиофарм». Стороны также обсудили возможные меры по упрощению процедур ввоза новых лекарственных средств в нашу страну. Есть интерес и к созданию производственных мощностей по производству удобрений, пестицидов и других веществ, применяемых в сельском хозяйстве. Формат саммита C5+1, который проходит в Берлине, содействует укреплению сотрудничества. Так считают представители немецкого бизнеса. Они рассказывают, Центральная Азия стремительно развивается и с каждым днем привлекает все больше инвесторов. Встреча прошла превосходно. Конечно же, участие всех 5 президентов сыграло ключевую роль. Они представили возможные, мы, как немецкие предприниматели, смогли увидеть, в каких сферах и направлениях мы можем работать вместе, а также расширять существующие проекты. Я надеюсь на нашу плодотворную работу в будущем. Центральная Азия динамично развивается. В будущем в этом регионе будут находиться важнейшие рынки для Германии. Наша страна хочет сделать свой вклад в развитие этого региона. Хотим расширять свое присутствие в Центральной Азии. Однозначно, регион для Германии становится все важнее. На этой встрече мы говорили о проектах в энергетической сфере, сельском хозяйстве. Моя компания работает в этой отрасли. Эти темы можно было обговорить открыто с президентами и обменяться мнениями с коллегами. Я считаю, это очень интересным форматом.
И к другим темам. Судно с 60 мигрантами на борту спасли у берегов Ливии. Переполненная деревянная лодка дрейфовала в водах Средиземного моря. Людей пересадили на корабль международной некоммерческой медицинской гуманитарной организации «Врачи без границ». Там им оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас мигранты направляются в Италию. Только в этом году в страну прибыли больше 130 тысяч нелегалов. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на ужесточение миграционной политики рядом европейских стран, ситуация не становится лучше. Разногласия между Германией и Италией сорвали соглашение миграционной реформы Европейского союза. Страны не могли договориться, кому и как спасать мигрантов в Средиземном море. Сейчас страны Европы столкнулись с давлением из-за растущего числа въезжающих. С начала года в Германии попросили убежища 204 тысячи человек. Это на 77% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечу, процедуру утверждения пакта о миграции и убежище предлагается завершить до конца этого года. При этом окончательное решение должно быть принято квалифицированным большинством государств ЕС. Мощный ливень в Нью-Йорке вызвал перебои в работе метро и затопил улицы. О жертвах и пострадавших не сообщается. Из-за непогоды также приостановлен вылет десятков авиарейсов. Наводнение привело к закрытию одного из трех терминалов аэропорта Ла-Гуардия. Несколько городов близ Нью-Йорка пострадали от наводнений. В зоне риска свыше 25 миллионов человек. По данным метеорологов, в пятницу за несколько часов выпала месячная норма осадков. Власти города призывают жителей не выходить из дома. Массовая акция протеста прошла в здании аэропорта Торонто. На нее вышли пилоты крупнейшего национального авиаперевозчика страны Air Canada. Они требуют повышения заработных плат, улучшения условий труда и трудового графика. Новых условий работники авиакомпании надеются добиться на фоне переговоров с работодателем. Ожидается, что они продлятся до конца октября. Срок предыдущего трудового соглашения истек на этой неделе. В начале сентября американской авиакомпании United Airlines удалось добиться повышения заработных плат пилотов на 40%. Это произошло после более чем 4 лет бурных переговоров, включавших пикетирование и угрозы забастовками. В новом году Китай намерен запустить следующий зонд Чанъе-6 на Луну. В рамках программы планируется сбор образцов грунта с обратной стороны естественного спутника Земли. В настоящий момент аппарат готовят к полету, проводят плановые опытно-конструкторские работы. Для поддержки связи между обратной стороной Луны и Землей в первой половине 2024 года Китай планирует запустить свой недавно разработанный ретрансляционный спутник. За последние годы Поднебесная добилась значительных достижений в своих лунных миссиях, включая успех зонда Чанъе-4, который ознаменовал первую в истории человечества мягкую посадку на обратной стороне спутника Земли. Больше 30 сложных операций, мастер-классов и 60 бесплатных консультаций провели в Таразе высококвалифицированные врачи медицинского центра управления делами президента. Столичные медики продемонстрировали современные способы проведения хирургических вмешательств, провели нейро-, кардиохирургические операции, а также на головном мозге с минимальными разрезами. Делегация столичных врачей посетила областной многопрофильный центр онкологии и хирургии. Итогом стал меморандум о сотрудничестве, заключенный между медицинским центром управления делами президента и акиматом региона. Это позволит местным жителям получать бесплатные медицинские консультации и услуги санаторно-курортного лечения, реабилитации, а при необходимости лечения для тяжелобольных пациентов. Меморандум позволяет нам в дальнейшем разрабатывать дорожную карту, где мы определим основные направления развития сотрудничества в области здравоохранения, начиная от менеджмента здравоохранения, заканчивая качеством услуг, конкретно методики операций и, самое главное, образовательный компонент, именно повышение квалификации специалистов, для того, чтобы не нужно было куда-то переезжать, а получать помощь медицинскую на месте, непосредственно в самой области, не только на уровне областных больниц, а также на районном уровне.
Почти 10 тысяч сложных операций за 40 лет провел хирург из Кызылординской области Амирхан Жусупов. Врач из Аральского района возвращает пациентов к полноценной жизни благодаря профессионализму и передовым методам лечения. А недавно в районной больнице хирург провел первую лапароскопическую операцию на печени и желчном пузыре. Необходимость развития сельской медицины отметила и глава государства в своем послании народу. Подробности у Райхан Тажибаевой. Точный диагноз, минимум травм и быстрая реабилитация. Малоинвазивную лапароскопическую операцию в Аральской больнице проводят впервые. Тактика лечения, говорит Амирхан Жусупов, позволяет пациентам в кратчайшие сроки вернуться к привычному образу жизни. Это лучшее решение. Минимальная потеря крови и одномоментное хирургическое вмешательство на несколько органов. Сегодня, к примеру, устранили патологию печени и желчного пузыря. Я работаю с профессиональной командой. Помимо хирургии, мы с коллегами изучаем и другие направления. Компьютерную томографию, УЗИ. В профессионализме местных врачей убедился Койшыбай Аксалбаев. В конце августа он попал в ДТП. Серьезность травм не позволили вести пациента в областной медцентр за 600 километров. Спасались здесь. Были переломаны все ребра, разрыв легких и множество ушибов. 24-й день лежу в больнице. Спасибо местным врачам. Всю ночь оперировали. С того света, считай, вытащили. Таких случаев на счету Амирхана Жусупова немало, когда приходилось принимать сложные решения и брать ответственность на себя. Бессонные ночи без праздников и выходных. Хирурги, по сути, универсальные солдаты, которые должны делать все, чтобы помочь пациентам. Это сложно, знаю, но и награда высока. Спасенная человеческая жизнь. И без полной отдачи в этой профессии делать нечего. У врача нет права на ошибку, говорит Амирхан Жусупов. Поэтому, несмотря на 40-летний опыт, продолжает учиться. Сейчас осваивает метод лазерного удаления камня из мочевыводящих путей для лечения урологических заболеваний. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Айтмухамед Байдулдаев, Кызылординская область, Хабар 24. Итоги республиканского фотоконкурса подвели в Таразе. В нем участвовали 30 фотографов, профессионалы и любители. Все они представили почти 170 снимков о древнем Таразе. Участниками запечатлены городские достопримечательности и исторические общественные места. Отбор фотографий проходил в онлайн-режиме. Лучшими признали работы фотографов из Алматы, Шымкента и Туркестанской области. Победителям вручили денежные сертификаты. Среди призеров Самат Мырзалиев из Шымкента. Говорит, чтобы поймать нужный и интересный момент на фото нужно около часа. Такие конкурсы способствуют развитию фотографии как искусства. В поисках необычных снимков я провел в Таразе несколько дней. Конечно же, рад и доволен результатом. Когда говорим о фотовыставке именно о городе, мы же не только себе видим архитектурный облик города, но и людей. И в этой фотовыставке это очень прекрасно показано. Даже вот взять фотографию, где вот подметают улицу. Это говорит о чем? Что человек любит свою работу, свой город. Со всей республики ребята участвовали. И не только профессионалы. И в итоге мы отобрали 36 фотографий. Мы показали, что люди должны заниматься фотографией. Люди должны замечать все прекрасное, что их окружает вокруг. Республиканский турнир по мини-футболу среди представителей СМИ стартовал в Астане. Соревнование проходит во второй раз. В этом году участвуют 24 команды со всех регионов страны. На кону Кубок чемпионов. Спортивное мероприятие – хорошая возможность развеяться, активно отдохнуть и наладить коммуникации среди журналистов. Просто показать свои возможности, свои спортивные возможности, способности. Ну и просто вот познакомиться с ребятами, которые приехали тоже со СМИ, с разных регионов. Какие-то, может быть, в кулуарах обсудить, за полем обсудить какие-то вот рабочие процессы, поделиться опытом не только вот в футболе, да, вот, но и поделиться опытом, в частности, по работе. И на этом у меня все. Желаем вам хорошего дня. Увидимся.